С улицей очень интересно взаимодействовать, чувствовать атмосферу там. Как бы, мне очень нравится вписывать рисунки в обстановку. То есть, ну, обыгрывать пространство. Мне часто именно место вдохновляет и как бы диктует вообще то, что я буду там рисовать. Ну, возможно, это одно из важных таких аспектов. То есть я люблю гулять там, смотрю на стены, смотрю, как можно сыграть с пространством. Обычно эти места, они не в центрах города, не в месте, где скопление много граффити, где там какие-то Hall of Fame или что-то такое. Мне часто заброшенные места, где очень атмосфера какая-то совершенно другая. И это круто. Я вообще любил рисовать с самого там детства. Еще до школы и в школе, и ну и потом. В Нижнем было куча снега, и у нас как-то за этим не следили и не убирали. Мы решили сделать такую акцию, чтобы показать, что людей просто засыпало снегом реально. Расставили части тела в разных местах города. Реакция была разная, но в основном реакция была равнодушие какое-то. Не пройти, не проехать. И так почти в каждом дворе. В Нижегородской области за месяц выпала осадка в 3 раза больше, чем обычно. Управляющие компании до сих пор не могут справиться с последствиями стихии. Одни безответственно отнесутся к положению. Первый день без ущерба. Еще одна травма – последствия синей капели. Упали на 27 нижегородцев. Некоторых из них спасти не удалось. Люди проходили мимо и просто не обращали внимания. Максимум, что было, там, пнут ногой и как бы идут дальше.